Привет, ребята, я Басик, буду сегодня ведущим этого мероприятия этапа Кубка мира по воркауту, который будет проходить в этом городе Псков, где начинается Россия. Ребята, это будет очень жарко, очень здорово, здесь открытие вот этой здоровской площадки, великолепная площадка, покажи, какая классная площадка. Я думаю, ребята будут заниматься, тренироваться, развивать свой уровень, посмотрим, чем нас удивят сегодня местные атлеты, покажут, что приезжие атлеты будут, мне кажется, очень здорово, и все, что будет, вы увидите на этом видео. Айоу! Я очень жду сегодняшних баттлов. Сегодня будет очень круто. Я готов, хочу выступать. И важно, какое место я займу. What's up, fam? My name is Edgar Zindoga. I'm here in Pskov with my bratan Artyom. We're gonna have a competition tomorrow. It's gonna be sick. Площадка в Пскове. И мы проводим один из 18 этапов Кубка мира. Победители поедут на суперфинал, который произойдет в Египте. Ожидаем хороший уровень. У нас атлеты из 8 стран. Все пройдет на ура, как у нас всегда проходит. Желаю сильнейшим победы.